Глава Минобразования Чувашии Юрий Исаев уволен со своего поста и назначен на новую должность. Соответствующие документы 17 января подписал глава республики Михаил Игнатьев. Сразу несколько кадровых перестановок произошло сегодня в правительстве республики. Так, место Юрия Исаева временно займет его первый заместитель Сергей Кудряшов. Исаев, в свою очередь, станет заместителем руководителя администрации главы Чувашии. До Юрия Исаева на должности заместителя работал Владислав Кротов. Теперь он назначен на должность помощника главы Чувашии. Напомним, что Юрий Исаев был назначен на должность министра образования 9 сентября 2016 года. До этого он руководил Чувашским государственным институтом гуманитарных наук.